Дай почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лисарева, профессор Вятского государственного университета. Эти загадочные, притягательные, манящие игральные карты. Как они возникли? Чем отличается немецкий от испанских и французских? Почему Джокер – самая загадочная карта? И как правильно гадать? На эти и другие вопросы ответит книга «Играющие средневековья». Авторов четыре – Александр Шепс, Николь Кузнецова, Фатима Хадуева и Анна Пронина. Сама по себе колода из 36 или 54 карт с рисунками полна тайн и загадок. Почему масти выглядят и называются именно так? Кто их изобрел? Во всех ли странах и во все ли времена они были таковыми? Какие тайные смыслы скрыты в колоде? Почему однажды люди решили, что с помощью колоды карт можно предсказать судьбу? Самыми старыми колодами в Европе считают фламандскую охотничью колоду, созданную в конце 15 века, 52 карты, и венский комплект, 48 карт, 1455 год. Это свидетельствует о том, что игральные карты – часть мировой культуры и искусства. Они хранятся в музеях и привлекают внимание интеллектуалов. До сих пор нет однозначной, неоспоримой версии о том, кто, где и когда придумал игральные карты. Зачем и как привез их в средневековую Европу 14-го столетия? Более того, до сих пор нет единства в изображении мастей в европейской части. Так у немцев в качестве мастей сердца, бубенцы, желуди и листья. В Швейцарии розы, бубенцы, палицы и щиты. В Испании вместо королев конные рыцари, а в венгерской колоде вместо туза, карта сезон или времена года. Предполагают, что карты были изобретены где-то на Востоке, в Индии, Персии или даже в Китае. Потом распространились по всей европейской территории. Говорят, Россия пушкинских времен была самой азартной страной в Европе. Пиковая дама, например, содержит много специфических слов, которые были хорошо знакомы современникам Пушкина, но совершенно непонятны сегодняшним читателям. Колода карт – это целая система символов. Но в русской литературе карточная игра часто используется как аллегория модели мира с его страстями, хаосом, чередой роковых случайностей. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам: Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».